Дорогие друзья, всем большой привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота, 44-я часть прохождения игры Ведьмак, 5-я глава у нас с вами стартует. Скоро будем в Изиме. Чувствуешь запах? Да, дым. Что-то горит. Тяжелый и душный, как будто деревня горит. Черт, смотри! Да, друзья мои, вместе с Лютиком мы возвращаемся в Изиму, которая, как вы можете наблюдать, находится в бедственном положении. Ну и ну, Геральт. Глазам своим не верю. Лютик, тебе уже пора привыкнуть к картинам войны. Их ты повидал немало. Я натура чувствительная. Я никогда не смогу привыкнуть к насилию и жестокости. К счастью, у нас, мутантов, натура куда менее чувствительная. Не неси чушь и лучше расскажи, что нам делать дальше. В письме Беренгара были некоторые зацепки. Нам определенно нужно попасть в город. Это будет нелегко и небезопасно. Согласен. Но я не сдамся, раз уж мы так близко подошли к разгадке. Ты как гончая, взявшая след. Отправляемся в старую Вызиму. Лучше всего пройти через Вызиму. Но на улицах до сих пор идут бои. Нам надо туда попасть. Наконец-то я узнаю, кто стоит за саламандрами. Ведьмак! Ты действительно хочешь пойти со мной? Я ни за что тебя не брошу. Но там может быть горячо. Думаешь, я боюсь? Ну что ты? Ну что ж, перед тем, как отправляться... Мы Ведьмак. Можем с вами побеседовать с Лютиком, он у нас теперь является своего рода переносным нашим сундуком, да. В таверну я еще не помню, как скоро мы попадем, я еще так далеко не зашел в этой главе, но пока что нам лучше всего разгрузиться, потому что дальнейшие наши походы, я так понимаю, подразумевают нахождение маломальски полезного лутецкого, и будет лучше, если у нас будет побольше места. Алкоголь оставим сейчас... Очень скоро мы с вами усядемся за костер и помедитируем. Нам надо снять интоксикацию, я что-то там чересчур переборщил в конце 4 главы с эликсирами, потому что там атаковали нас жестоко и больно. Я напоминаю, у нас самый сложный уровень сложности. И также нас здесь ждет не менее опасные враги. Сейчас по ингредиентам тоже, по алхимическим нам надо... немножечко подразгрузиться, сколько у меня всякого барахла, блин. И даже я, блин, не знаю, как-то все время побаиваюсь это все продавать. Да и некому особо. Если кто как-то очень много и часто в эту игру играет, я думаю, он уже в курсе, что наверняка большую часть из этих всех ингредиентов нам особо-то и не понадобится. Вот, но я всего понемножку держу на всякий случай. Запас, карман не тяготит. Так, вот у нас, кстати, есть одна особая субстанция, слизь дагона. Да, сейчас мы как раз тоже сварим из нее этот самый эликсирчик уникальный, который улучшит нам этот самый, как его, улучшит нам один из параметров, по-моему, выносливость, если мне память не изменяет. Но надо будет уже поконкретнее посмотреть потом. Так, что еще вам такое можно выложить? Вроде бы все. Эликсирчиков сейчас еще надо будет, повторюсь, наварить чуть-чуть. Восполнить наши затраты. Как вы можете наблюдать на мосту. Вот, кстати, вот бочка здесь есть. 22 арены. Не забудьте заглянуть. На мосту там уже скрытоели дерутся с воинами Пылающие Розы. С орденом. Я знал, что раньше или позже ты вернешься. Ты многое пропустил. Привет, Винсент. Что ты здесь делаешь? Не верю, что ты вышел со мной поздороваться. Я отвечаю за безопасность короля Родовида в Тимерии. Мы будем иметь бледный вид, если с ним что-то случится. Фольтест вернулся. Он в старой Вызиме. Теперь, когда мы знаем, чьи приказы выполняем, боевой дух повысился. Мне нужно попасть в старую Вызиму, а там опасно. У одного меня есть шансы, Ас. Ты меня понимаешь? Да что происходит? У меня есть для тебя работа, Лютик.
Подробности тебе расскажу позже. Это касается короля Родовида, а язык ведьмака может сослужить нам дурную службу. Вы тут что-то комбинируете? Винсент прав, я бы только мешал. Не мастак я с королями разговаривать. Отлично. Лютик, жди меня у королевского лагеря. Геральт, делай, что должен. Так, на берегу вон там я вижу Золтана Хивая. С ним еще чуть попозже поговорим. Видок здесь, конечно, все такой же красивый. Ночной пожар. Конечно, классную локацию нарисовали. Преобразилось. Тут интересно будет погулять. Вся локация будет перекопана в развалинах, в горящих вот этих всяких телегах, домах. Это интересно. Эх. А это Кармен стоит. Рядом со своим мужем Винсентом. Что примечательно. Спасибо тебе, Геральт. Еще раз спасибо. Как девочки? Все еще обсуждают тебя. А с Шани мы даже подружились. Отлично. Надеюсь, у нее все будет хорошо. С тех пор, как началось восстание, она трудится, не покладая рук. Ухаживает за больными и ранеными, независимо от их расы. И далеко не всем это нравится. Понятно. К сожалению, я очень давно ее не видела. Честно говоря, с тех пор, как все это началось. Я постараюсь найти ее. До встречи. Так, вот у нас новые сведения о том, что Шани там что-то где-то промышляет. А вот и Родовид свирепый. Приветствую, Геральт. Ваше Величество. Поздравляю насчет профессора. Этот напыщенный тупица как-то пытался меня шантажировать. Так что спасибо за добрые вести. Не за что. Что привело вас сюда? Людям, которые важны для меня, нужна помощь. Желаю удачи. Какое положение в Изиме? Полный хаос. Благодаря моим агентам Фольтест вернулся и пытается восстановить порядок. Понятно. Ну что ж, мне пора, сударь. Прощай. Ничего внятного, к сожалению, нам не скажет, но, по-моему, у него поменялась броня. Если мне память не изменяет. Так что давайте помедитируем у костерка. Левелапчика мне едва ли не хватило, но потом в следующий раз еще разовьемся. Сейчас наша задача вот создать, во-первых, ингредиент слизь Дагона, эликсир, то бишь слизь Дагона. Доминанты для него нам не понадобятся, лучше их сэкономить. Вот и самыми дешманскими, скажем так, пузыриками будем. Потому что эффект их не будет у нас положительных от этих доминантов. А вот филина вот уже можно будет сделать с доминантом Альбедо, как я всегда люблю его. Потому что он у нас один из самых начальных эликсиров. Менее затратный. На него нужен дешевый алкоголь. Вот. И после того, как мы выпьем доминант Альбедо, сокращает, я напоминаю, у нас интоксикация для последующих выпитых нами эликсиров. Так, что? Белый чай. Стоп. Белую чайку нам без доминантов тоже надо делать. Она... Мы будем использовать в качестве основы высокого качества для создания эликсиров, поэтому не рекомендую. Особенно сливать такие хорошие ингредиенты, как собачья печень, где содержится ребес с доминантом Рубеда. Весьма и весьма редкая комбинация встречается, как по моим наблюдениям. Так, вот у нас есть ласточки, нам не хватает одной штучки. Ну, я всегда по три фунфурика стараюсь с собой таскать, чтобы так уж с запасом. И сейчас мы сделаем его с доминантом Рубеда тоже, да-да-да. Ибо доминант Рубеда будет повышать наше здоровье. Даже если эффект от ласточки уже закончится. Так, лес Морибора нам бы не помешало еще. Я, блин, забыл вот взять высококачественную смазку для меча. Не знаю, есть ли она там у меня или нет, но наверняка есть. А вот лес Морибора мы будем делать уже доминантом Негреда, который улучшает нашу боевую выносливость, реакцию и вообще урон. Поэтому, ну, это уж я так для себя решил, что вот именно Негреда он будет у меня свойство. Как вы для себя это все дело будете комбинировать, это уже ваше дело. Все в зависимости от предпочтений. Ну что ж, медитировать сильно особо не будем. Мне нравится здесь ночью бегать в ночном пожарище, когда днем здесь как-то уже беспонтовник, как по мне. При этом, при всем, даже интоксикация у нас ушла. Можно не переживать. Сейчас, так, Лютик бежит за нами.
какого-то хрена. Ведьмак! Хотя его, по идее, Винсент должен был отвлечь. Бывай. Чувак, ты бы это самое. Не рисковал бы так. Я же специально для тебя слил. Командир запретил нам участвовать. На мосту, как я уже говорил, идет бой. Вот нас Зохнет его отключает опять. А, Геральт, ты как раз вовремя, чтобы посмотреть на настоящую рубку. С виду все тихо. Тут тихо, как на войне. Трах-бах, и снова в тишине. Я, Явин, добился своего. Почти все нелюди в Изимы взялись за оружие. Как это произошло? Интересно, что это было большей частью заслуга Ордена. Когда Орден начал убивать женщин и детей, даже самые мирные эльфы взбунтовались. Не знаю, кто ими руководит, но ничего глупее никто не делал со времен короля Дезмода. Может быть, великий магистр хотел спровоцировать нелюдей. Слышал, что нелюдей собираются переселять в старую Вызиму, потому что мы якобы более подвержены чуме. Бред сивой кобылы, ясное дело. Что ты здесь делаешь? Нам нужно отбиться от рыцарей. А потом я выведу из старой Вызимы мирных жителей и пациентов Шани. Шани в старой Вызиме? Она организовала нечто вроде полевого госпиталя. Упоминала и тебя. Я постараюсь пробиться к ней. Ну что ж, Золтан вести с полей нам сообщает весьма и весьма прискорбные. Всюду мясо, и так что, друзья мои, готовьтесь, сейчас придется воевать со всеми. Вот мы выбрали нейтралитет, против нас и Орден, и Скайтаэля. Бьют они очень-очень больно, несмотря даже на то, что мы уже весьма неплохо прокачаны. Вот, предводитель, кстати, команды Скайтаэлей с двумя мечами, он очень больно, зараза, по вам чекрыжит. Я пока никаких эликсиров не стал пить, потому что драка здесь скоротечная, а быть под интоксикацией потом, на всякий случай, не захотелось. Теперь обращаю ваше внимание на новые приемы группового стиля стального меча. Сейчас мы еще им воспользуемся. Еще пока ничего такого нового не было, но сейчас еще будет, подождите. Очень хорошо, что они не все разом на вас прыгают, но в принципе агрятся. Поэтому надо быть готовым. Люди все равно почему-то прибегают сюда. Ну давай, дорезай его. И музон такой драйвовый. Беличий хвост, знак Скайтаэли, какой-то новый предмет для меня. Пока не знаю, для чего он нужен. Бутылка с водой, это я тоже взял так чисто наобум. Махагамский кинжал у меня есть, больше мы его взять не сможем. Давайте соберем все, что здесь есть. Оринов с них, кстати, неплохо сыпется. Должен обратить внимание. В принципе, здесь задерживаться не стоит, потому что у нас еще вон там при входе стоят недобитки Скайтаэли, а с другой стороны уже подбегает Орин. И по поводу их спавна я здесь не уверен. Бесконечный дом, или же можно всех вырезать. Вон, предаватель команды, видите, прибегает. И сейчас тут врубаем групповой стиль, и у меня начинает срабатывать комбо, и весьма-весьма неплохо, очень здорово. Так, еще один товарищ. Обратили внимание, да, по 20 сразу, кстати, 3 удара, 8 дырок, скотина, мне больно очень сделал. Повторюсь, ласточку пока я юзать не хочу, ибо жаль. Можно, конечно, Рафарда белого выпить, но опять же таки интоксикации неохота. Рыцарь Ордена там бежит уже в нашу сторону. Да, давайте не будем задерживаться, быстренько собираем. Ну хотя бы беличий хвост, потому что я не знаю, для чего они нам здесь, возможно, понадобятся для чего-то. Так, и ворота старой Вызимы. Посмотрим сейчас очень и очень интересный видеоролик. И очень красивая картиночка. Старая Вызима, горящая. И такой снежочек на нее падает. Красиво. Глава 5 стартует с этого момента. Государь, это безумие. Вам нельзя так собой рисковать. Подождите здесь до прихода подкреплений. Чушь, Велерат. Тут мой город. Столица моего королевства. Черт, я здесь правитель и не стану сидеть в кустах. Государь! Молчать. Ты сам знаешь, что докладами разведки можно подтирать задницу. Беречь короля!
спасены! Ты вернулся, король? Верю, что еще не поздно. Ты нужен нам. Короли не опаздывают. Государь, город горит. Улицы в крови наших подданных. Не время говорить. Надо действовать. Что предлагаешь, Яков? Передай мне командование и развяжи руки. Нет, только через мой труп. Об этом и речь. В другой раз я могу не успеть помочь. Я видел достаточно. Велерат, возвращаемся. Он что здесь делает? Он влип. У него на это особый дар. Что с ним делать? Пойдет с нами. Как я уже сказал, нам нужно обсудить кое-что. Ведьмак из Ривии. Я польщен, сир. Так ты, наверное, догадываешься. Я тебя пригласил не для забавы. Скажу кратко. Хочу, чтобы ты расколдовал мою дочь. Я собрал всех, кто может тебе помочь. Деветта. Он был ее адъютантом последние полгода. Велерада, который знает Адду с детства. И Трис Меригольд. Ее обширные познания в магии и женская интуиция могут тебе пригодиться. Хм. Подумай об этом. Поговорим после. Как пожелаете, ваше величество. А пока нашего внимания требуют другие неотложные дела. Я слушаю. Представь себе, что у тебя есть дом. И ты вернулся после охоты на кикимору, например. Только чтобы обнаружить, что твой дом превратился в бордель, охваченный пожаром. Потому как иначе это назвать нельзя. Ваше высочество. Я не закончил. Те, кого ты оставил вместо себя, подвели тебя. Предатель хочет выжить тебя из дома твоих предков, за который ты кровь проливал. Ты бы не разгневался? Ты бы не решил пролить новую кровь? Простите меня, король, но мы, ведьмаки, не вмешиваемся в политику. Да-да, ваш славный нейтралитет. Я не могу себе позволить такой роскоши. Обе стороны начали драться в моем городе, и обе будут сурово наказаны. Я понимаю, король, но чем я могу помочь? Мог бы проявить больше энтузиазма, помогая королю. Скажем, предложить убить, кого я прикажу. Простите меня, король, но... Молчи, ведьмак, пока не наговорил глупостей. Правители не любят, когда им постоянно отказывают. Конечно, король. Меня призывают срочные дела. Поговори с этими недюжинными умами. Это поможет тебе полнее обрисовать ситуацию. Не забудь про мою дочь, ведьмак. Я рассчитываю на тебя. Я не забуду. Мой слуга призовет тебя, когда у меня будет больше времени. Ну что ж, друзья мои, вот он, собственно, король Фольтас, долгожданный во всем своем великолепии. Своенравный, горделивый. Так, Белая Райла, погоню за свободу, мы про нее читали что-нибудь, я уж не помню. Которые расположились на отдых неподалеку от Темноводья, возглавляла Белая Райла, наемница на службе Ордена Райла Прожженных. По-моему, я это читал. Райла окружила эльфов Турувьеля в деревне Темноводья, но ситуация вышла из-под контроля. Началась битва между ее солдатами и эльфами. Так, а про Фольтаса-то? По Фольтасу, к сожалению, ничего нового, никакой информации нам не пишут. А вот замок построил король Фольтас, замок Фольтаса. Король Фольтас после того, как в его предыдущей резиденции появилась Стрыга, плод кровосмесительного романа между королем и его собственной сестрой. Просторный каменный зал, витражные окна и сводчатые потолки указывают на использование краснолюдских технологий и планов.
Король Фольтес очень активный правитель, он часто путешествует по стране, хотя при посещении Вызимы предпочитает останавливаться в замке вместе с небольшим двором. В тронной зале правитель принимает посетителей и доверенных советников. Там же он дает аудиенции простым подданным. Старая Вызима напоминает нам... Так, мы это, по-моему, читали или не читали? По-моему, нет. Напоминает нам о древних временах, когда даже столицы могучих королевств выглядели как кучка хлипких деревянных домиков, а улицы были полны кур и грязных детей. Переместив свой трон из старой усадьбы в замок, король Фольдес начал длительный процесс перестройки Вызимы из деревянного в кирпичный город. Война немилосердно обошлась с жителями старой Вызимы, окруженной невысоким частоколом. После войны эта территория стала чем-то вроде гетто для нелюдей. Ассимилированных эльфов и краснолюдов вынудили переселиться туда, где отказывались жить даже бедняки. Сейчас старая Вызима стала ареной битвы между Орденом и Скаэтаэлями. Да уж. Так, а я, кстати, блин, флакончик-то себе сделал, а его не выпил ни хрена. И не выпью в этой части. В следующей, друзья, мы выпьем. Забыл я что-то про него совсем. Так, ну что ж, там стоит граф Девет, Велерат и Трис Миригольд. И обратите внимание, какой красивая все-таки, какая красивая локация. Мраморный пол с отражающимися витражами. Канделябры, высокие такие колонны. Просто великолепно нарисовали. Приветствую, Геральт. Приветствую, Велерат. Я видел, что ты говорил с королем. Я так понимаю, беседа была не из приятных. Могло быть и хуже. Геральт. Король рассказал мне о Бадде. Ужасно. Ты предупреждал нас, что это может повториться. Ты сможешь снять заклятие во второй раз? Посмотрим. Кажется, ты неплохо помнишь, что произошло в прошлый раз. Конечно. Ты всю ночь от заката до рассвета провел в старой усадьбе, где стоял саркофаг Стрыги. Вы там так шумели, что полгорода перебудили. На рассвете мы вошли во дворец и увидели вас обоих на полу рядом с саркофагом в луже крови. Ты еле дышал. Но принцесса исцелилась. В ту ночь погиб предатель Острид, и у короля были все основания возликовать. Кем был этот Острид? Это он наслал проклятие из ревности. Он был влюблен в сестру короля. Какие же люди суки, чтоб таким способом из ревности так поступить с любимым человеком. Сколько жертв было на этот раз? Не знаю. В наши дни трупов на улицах больше, чем мух на навозной куче. Тебе известно, где Стрыга спит в дневное время? Нет. Но ее видели в старой Вызиме. Возможно, она там охотится. Процесс снятия проклятия – дело рискованное. Ты прав. Но у короля найдутся способы компенсировать этот риск. Посмотрим. Поступай, как хочешь. Но помни, Фольтест очень любит свою дочь. Я знаю. Геральт. А ты не боишься, Велерат? Король показался мне разгневанным. На меня? Не знаю, но на твоем месте я бы следил за своими словами. Знаешь, Геральт, я уже старый. Я служу Тимерии всю свою жизнь. Я никогда не лгал и не собираюсь меняться под старость. Если меня приговорят, я пойду на казнь с гордо поднятой головой. До свидания. Так, ну что ж, это у нас первый собеседник. Велерат, с ним мы уже имели честь. Как я уже и говорил. С графом Деветом давайте поговорим. Все такое же напущенное, интересно. Граф без титулов. Давайте забудем о разногласиях ради великой цели. Ладно. Ведьмак? Король хочет, чтобы я снял проклятие с Адды. Неудивительно.
Однажды тебе это удалось, хотя ты чуть не погиб. Появление Стрыги означает конец правления Фольтеста. Многие говорят, что он оскорбил богов. Помнишь, как она стала Стрыгой? Напомни. Фольтест в молодости спал со своей сестрой. Ребенок умер при рождении, но 7 лет рос в гробу и выходил только, чтобы поесть. Ты расколдовал ее, но не полностью. Повторное появление Стрыги доказывает, что королевская династия проклята. Люди очень чутко на это реагируют. Неудивительно, что Фольтест хочет избавиться от Стрыги. Я понял, что мне надо снять проклятие. Надо, чтобы Стрыга не была бельмом на глазу. Практически нет шансов снять проклятие. Я слышал, за убийство Стрыги дают дополнительную награду. Меня слухи не интересуют. А зря. Но это тебе решать. Прощай. По-моему, это еще не все. Ведьмак? Можно еще проспрашивать. Боишься гнева короля Адевет? Откуда у тебя такая идея, ведьмак? Фольтест определенно гневается. Он говорил что-то о кровопролитии. Он наверняка говорил о крови изменников и нелюдей. Наверное, он в конце концов избавится от этого неудачника Велерада. Прощай. Да уж, с этим Деветом надо быть поосторожней. Трис еще у нас тут стоит. А вот она уж нам наверняка сейчас много чего понарасскажет. Так, вроде никаких записей тут нету у нас, да? В новых персонажей тоже ничего не появилось. Ни Девета, ни Велерада, к сожалению. Ну или к счастью. Геральт, расскажи нам, каштановолосая. Я тоже волновался. Я горжусь тобой. Слышал, как отважно ты сражалась за Альвина. Это правда. Его Величество дал мне... протекцию. Скажи мне, где Альвин? Альвин растворился в воздухе. Не знаю, почему это произошло, несмотря на амулет, который я ему дал. Это плохо. При его способностях он может быть где угодно во времени и пространстве. Я надеялась, амулет заблокирует его способности. Надеюсь, с ним все в порядке. Трис, я о нас много думал. О, Геральт. Даже не знаю, что здесь ответить-то. Но вообще, конечно, можно притопить. Я люблю тебя. Я хочу быть с тобой. Пускай будет так. Ни на что. Я люблю тебя. Я хочу быть с тобой, несмотря ни на что. Любовь — это единственная красота в наше гнилое время. Геральт. Я мог бы измениться, меньше рисковать с собой. Мы бы разыскали Альвина и жили бы вместе. Я бы построил дом. Дом. Прекрасная мечта. Ты бы разводил лошадей и овец. Я занималась бы огородом, варила еду и чесала шерсть. На денежки, вырученные за шерсть и дары земли, мы покупали бы все необходимое, ну, скажем, медные казанки и железные грабли. Мы бы красиво и благолепно старели. А если бы я начинала скучать, ты вечерами насвистывала бы мне на собственноручно изготовленной свирели. Всем известна игра на свирели, лучшее лекарство от хандры. Прости, я не хотела. Геральт, скажи что-нибудь. Я не хочу тебя потерять. Я здесь, с тобой. Мы должны пережить эти сложные времена. А когда все это безумие кончится, мы снова помечтаем. Трис. Я тоже люблю тебя, Геральт. И буду любить вечно. О как. Представляете? Что-то мне кажется, я лишнего наговорил ей. Геральт. Что ты думаешь о ситуации с Саддой? Она Стрыга, Геральт. Мы оба знаем, что проклятия сами собой не насылаются. Какие-нибудь версии у тебя есть? Когда ты снял проклятие в первый раз, ты велел принцессе постоянно носить ожерелье с инклюзом, а также приказал сжигать в ее покоях веточки можжевельника, дрока и орешника. Значит, кто-то подменил ожерелье и напортачил со сжигаемыми ветками. Да. Кто-то из приближенных к ней людей, кому была известна эта тайна.
Возможно, Велерат знает что-то. Мне стоит помогать королю? Да. В каком-то смысле я здесь политическая заключенная. Я могла бы телепортироваться отсюда, но это было бы неприлично. Кроме того, мне нужно решить здесь несколько политических вопросов. А именно? Этого я не могу тебе рассказать. У меня слишком шаткое положение. Но если бы ты помог Фольтесту в проблеме со Стрыгой, ты мог бы замолвить за меня словечко. Я закончила бы свои дела, а потом Фольтест меня отпустил бы. Если ты этого хочешь, Трис. Спасибо, Геральт. Я приблизился к разгадке тайны Саламандр. Я знаю и хочу тебе помочь. Как? Ты слышал что-нибудь о доспехах, сделанных гномами? Но мне понадобится искусный оружейник, отлично разбирающийся в свойствах металлов. Калькштейн. Он живет в Старой Вызиме. Знаний ему не занимать, он знает разные штучки и наверняка поможет тебе. Как ты думаешь, что случилось с Альвином? Хоть какая-то гипотеза? Я и подумать не могла, что он сможет преодолеть блокаду Двимирита. Немногие чародеи способны на такое. У него достаточно сил, чтобы телепортироваться куда угодно, даже во времени. Пока. Так, неужели она больше ничего не скажет? Да! О, глашатай наш какой-то подошел. Наш государь будет говорить с вами сейчас, сударь. Поднимайтесь в его покои. Я уже иду. Так, все, Фольтас опять изъявил желание с нами потрындеть. Уже в более конфиденциальной обстановке. Геральт. Ну, остальные друзья нам больше ничего не скажут. Но здесь есть еще один персонаж, да. Очень интересный книжный персонаж. А вот так удачи. Ведьмак. В моем родном Боклере, что в герцогстве Тусент, один ведьмак как-то целый день проплясал с одной чародейкой. Это был не я, госпожа. Я очень плохо танцую. А что, разве у всех ведьмаков белые волосы? Нет, госпожа, только у меня. Ну, наверное, я что-то спутала. В любом случае, у меня есть к тебе некое дело. Чем я могу помочь? Я знала, что могу на тебя рассчитывать. Требьем. Мон дьё, мутри... Кузены недавно бежали из города в связи с некоторыми неудачными обстоятельствами. Они впали в немилость у короля? В некотором роде. Я хочу послать им немного денег, чтобы облегчить их положение. Понимаешь? Прекрасно понимаю. Я стану посланцем за соответствующее вознаграждение. Ох, парфе. Мои кузены Корбен, Бюзе и Ромеро нашли убежище в болотах в пещере. Пожалуйста, доставь каждому из них 300 аренов. А мое вознаграждение? Мои кузены дадут тебе по расписке. Отнеси их в старую Вазиму, Жан-Пьеру, капитану наемников. Это мой жених. Он тебя вознаградит. Прощай. Честно признаться, я не помню, какое нас ожидает вознаграждение за эту услугу, но она вручает нам 900 аренов, которые, в принципе, мы можем себе прихватизировать. Но делать я это не буду, для меня все-таки важнее, наверное, опыт. Обратите внимание, как красиво здесь все-таки нарисована локация для 2007 года. По сегодняшний день я прям не перестаю умиляться. Камергерова зовут этого товарища. Наш государь будет говорить с вами сейчас, сударь. Поднимайтесь в его покой. Я уже иду. И озвучен прикольно. Ну ладно, так, вход в покой находится у нас тут. Фольтест. Что-то я его не вижу. Ага, вот он стоит, Фольтест. Хорошо, неплохая у него такая опочивальня. Должен обратить ваше внимание. И цветы, и всякие животные. Таксидермист еще неплохой. Давайте болтать опять. Ведьмак, ваше величество, мы разговариваем неофициально. Обойдемся без титулов. У тебя было время подумать. Отвечай. Можно снять проклятие с моей дочери? Скорее всего, да. Могло ли проклятие вернуться само по себе? Вряд ли. Кто-то снова его наложил. Если ты преуспеешь, ее разум будет разумом ребенка? Вряд ли.
Она, скорее всего, вспомнит все, что происходило до ее превращения. Вряд ли. Скорее всего. Легче не становится. Я скажу прямо, Геральт. Делай, что можешь, чтобы снять проклятие. Если это не удастся, можешь убить ее. Я не буду тебя преследовать. Когда я в последний раз доверился тебе, ты не разочаровал. Спасибо, король. Не благодари меня. Если узнаешь, кто наложил проклятие, скажи мне. И только мне. Еще одно, ведьмак. Если ты преуспеешь, я исполню любое твое желание в пределах разумного. Но если ты провалишься, моя дочь страдает. И те, кого ты любишь, тоже будут страдать. Я понимаю. Хорошо. Ваше Величество, королевство гложет еще одна хворь. Какая, ведьмак? Саламандры. Моя дочь связалась с ними, дурочка. Жалею, что я вообще уезжал. Твоей чести. Велерат говорит, что ты сильно сократил их число. Надеюсь, ты с ними покончишь. Это и есть моя цель. И последнее, ведьмак. Я приказал следить за твоими действиями и получил рапорт о твоей личной жизни. Ваше Величество. Это не просто нездоровое любопытство. Мои шпионы доложили, что ты крутишь шашни с Меригольд. Я хочу узнать, что за этим стоит. Трис мой друг, а остальное вас не касается, сир. Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Она хоть и красива, но она чародейка. Следи за тем, чтобы она не впутала тебя в свои интриги. Если захочешь выйти в Изиму, поговори с моим камергером. Меня некоторое время не будет в замке. По другим вопросам обращайся к Велераду. Так я и поступлю. Прощайте, сир. Еще одно. Да, сир. Это конфиденциально. Так что смотри, чтобы мои слова не покинули этих стен. Они уйдут со мной в могилу. Мои шпионы доложили, что ты играешь в покер. У меня нет при дворе достойных противников. Неужели они думают, что я их обезглавлю? Сыграем. Конечно же, сыграем. И должен сказать, что ставки здесь неплохие. По 400 оринов за максимальную ставочку. Я бы не назвал Фольтеста лучшим игроком. О, левел ап получили. Ну, это уже здесь игра распоряжается. Какие ему гости выпадают. У него слишком слабенький процент рандома, но я удивлен, что на самом деле вообще он в принципе играет в кости. И обратить должен ваше внимание, друзья, на то, как здорово ему нарисовали его скин, его броню Фольтеста. То есть, да, черная кольчуга с гербом Тимерии, да, эти тимерские серебристые лилии на черном фоне, да. Также у них это называлось по книжке, если мне память не изменяет. Я, правда, не очень понимаю, что это тимерские лилии, значит, на фоне его нагрудника, там, где крест зеленый, это, по-моему, я так понимаю, Объединенное Королевство. Возможно. Вот здесь вот, вот в этой геральдике, эта геральдика ведьмачья, она для меня чужда просто, я в голове не укладывается. Так, о, у меня даже умудрился этот раунд выиграть. Король Фольтест. А если вы ему проиграете, то переиграть с ним уже потом не получится. Поэтому надо поаккуратнее. Ну что ж, мне выпадает сет. Сходу так. И продолжить он интересно. Не, он не стал даже ничего рыпаться. Понимает уже, что денежек много. И весьма-весьма неплохой куш мы с него встряхиваем. Не знаю, правда, зачем мне еще деньги понадобятся, если честно. Уже не помню нифига. Но мы завершаем квест «Игра в кости». Геральт провозглашает себя легендой покера. Мы обыграли всех, кого можно и нельзя в этой игре. И я думаю, что это неплохое начало для пятой главы, друзья мои. События развиваются просто-таки скоропалительнейшим образом. Ну, название квестов и геральтовские раздумки вы можете нажать на паузу, почитать. Я их зачитывать вслух не буду. Вот, ну, что еще сказать? Заканчивается на этом 44-я серия. Пятая глава стартанула, и нас ждет развязка
всех событий. Тыкайте большой пальчик вверх и подписывайтесь на канал. С вами был Фариот. Скоро увидимся. Всем большое пока. Когти по доспеху в пещерных сводах заблудилось эхо. В темноте лишь искры, для взгляда их движения слишком быстры. Первый натиск сдержал, не отступи, ни на шаг. Пронзи монстра клинком.